Всем привет! Так, сегодня мы продолжаем делать что-то наподобие игры с использованием языка программирования Python, ну и такой библиотеки Pgame или фреймворка, по-разному можно назвать. Так, на данный момент что у нас готово? У нас готово меню. Есть возможность выбрать его, ну как бы визуально изменить пункт меню. Собственно говоря, есть анимация, больше ничего нету. Вот так вот. Продолжаем пилить. Что на данный момент нужно в первую очередь? В первую очередь у нас, смотрите, есть меню. Есть, создали мы меню item, то есть элемент меню класс для этого года, и есть непосредственно меню. Но у нас нет возможности понять, в каком именно пункте меню мы находимся. Мы, в принципе, можем понять по current index, вот, в принципе, можно его извлечь, либо немного можно сделать другой способ для понимания этого. Но как минимум у нас в главном цикле, вот главный цикл нашей игры, у нас нет понимания, нет, во-первых, обработки нажатия Enter, так, и второе, нет понимания вообще режимов, ну, состояний. Что я имею в виду под состояниями? Я имею в виду самое простое, первое состояние. Мы находимся в режиме меню, то есть рисуем наши элементы. Второе. Режим непосредственно игры. Третье. Режим, например, паузы. Четвертое. Режим, когда мы сохраняем или загружаем игру. Пятое. Это режим настроек. То есть там надо рисовать другие элементы. Вот. И шестое, ну как минимум, да, это выход, завершение игры, то есть там возможно тоже сохранение еще там каких-то может быть настроек, ну, что-нибудь надо сделать и корректно завершить игру. Так вот, давайте сегодня введем понятие режимы, да, и для этого в модуле Singleton создадим класс Game Mode. Вот так вот будет. И, собственно говоря, будет у нас режим такой. Меню. И напишем меню. Дальше. Дальше непосредственно Game. И это все у нас будет строками. Вот. Особых требований к производительности нет, так как игра у нас простая, поэтому тут париться, можно и не париться. Дальше будет пауза. Дальше save load равно save load. Дальше, что у нас еще? Settings есть. Settings есть. И есть exit. Ну, exit, да, выход. Простонародье ехит. Так, есть ехит. Добро. Этот класс мы тоже сделаем синглтоном, потому что мы в модуле Singletons. Добро, делаем по аналогии с классом display. И я бы сделал даже вот так вот. Сделаем копипаст. Сделаем копипаст. Вот такой, только тут, конечно же, надо поменять на game mode и еще описать конструктор. В конструкторе у нас будет всего лишь, мы заведем один внутренний член класса, это current state. Current state будет у нас равен, то есть, когда у нас игра стартует, вот первое значение, то есть проинициализированным будет значение меню. Это будет означать, что сразу надо рисовать меню. Вот. Теперь, что нам надо сделать? Нам надо поддобавлять всяких свойств. Типа вот такого. Так, state. Будем возвращать return self
current state. Дальше. Дальше сделаем набор таких простеньких функций. Set menu. Короче, сейчас я это все напишу и продолжим. Вот, создал ряд таких простеньких функций. То есть мы будем переключать непосредственно без доступа к внутреннему члену посредством функций. Установить режим меню, игры, паузы, настроек, выхода, ехита в простонародье, да? Есть. Теперь все это добро надо как-то прикрутить к основному, так, где тут, к основному циклу. Что нам надо сделать? Ну, как минимум, нам надо завести еще одну такую переменную. Так, давай вот эту инициализацию вниз опустим, а здесь просто позаводим перемены. Итак, это у нас будет GameMod. GameMod равно singletons, получаем GameMod и получаем getInstance. Есть! Нормальды, я бы сказал. Дальше, смотрите. Вот у нас есть основной цикл игры. Так? Так. И в нем мы должны смотреть, что же на самом деле происходит. То есть, в каком на самом деле мы сейчас режиме игры. Ну, давайте сделаем эту обработку вот здесь. То есть, когда мы будем извлекать ивенты, да, которые нам вернет pgame, нам надо эти ивенты в зависимости от правильного режима игры, то от текущего режима игры, то есть передавать ему, то есть не пробрасывать всем остальным. Значит, что нам надо сделать? Ну, как минимум, нам надо у гейм-мода узнать, что это такое произошло? State, текущее состояние. И если это состояние равно singletons game-mode, например, меню, то, естественно, мы пробрасываем наши ивенты, да, непосредственно объекту меню, чтобы оно там обрабатывалось. Иначе, ну, в этом в питоне енамов нету классических, поэтому делаем вот так. Elif game, давайте напишу, да, чтобы не тратить время. Короче, получилось что-то вот типа такого. Мы смотрим, какой режим игры. Если меню, пробрасываем ивенты в меню. Игра, будем в игру пробрасывать пауза, настройки и ехит. Самый главный наш ехит. Вот, это первое. Второе, процессинг, да? Нам же нужно же что сделать? Сделать аналогичные проверки. Можно было бы, конечно, еще повыносить это в отдельные функции. Input data, там, процессинг и все такое. Но я этого делать не буду. Так, если это у нас режим меню, то мы, соответственно, делаем, обновляем, так как у нас там есть анимация, да, и уже там же и нарисуем, да, в принципе, это можно объединить. Процессинг и перерисовку экрана, все в одном месте, в одном, ну, ивчике, то есть один ивчик, опачки, это я вылез. Это я чуть-чуть неправильно, вот так вот. Вот. В одних ивчиках здесь обработка данных, а здесь проброс. Точно так же у нас будет дело обстоять с игрой, если мы в режиме игры. Ну, с паузой. Возможно, знаете, надо большую паузу рисовать. Может быть, еще что-то. Вот. Ну, для настроек и ехита аналогично. Дальше. Что еще надо? У нас еще нету, знаете чего? У нас нету обработки клавиши ентера нету. У нас же здесь есть, когда мы по меню перемещаемся вниз и вверх, а вот клавиши ентера нету. Значит, для клавиши ентера делаем обработку вот так вот. И получается там кей. Return. Есть. Это хорошо. А что нам надо сделать дальше? Ну, а дальше. Нам надо как-то переключить наш режим игры. Кстати, вы замечали, вот это пас. Это пас для того, чтобы, ну, как бы не было ошибки, да.
Вот и все. Если вот я вот здесь набросал примерную логику, но пока еще нет не готовы объекты, я могу написать pass. Либо точно так же в функции пустышки. Создать какую-то функцию, и чтобы там, например, вот там создал функцию, а логики еще не придумал, но сигнатуру уже придумал, да, то пишу pass, и все отлично, никто на это не ругается. Так вот, нам же надо обработать, то есть клавишу return, ну и выставить нужный режим игры. Что нам для этого надо? Нам для этого надо, так как у нас в синглтоне наши режимы, да, то нам надо завести это все добро вот сюда, создать, точнее получить тут единый объект синглтона и получить доступ к режимам. Так, game mode равно singletons game mode get instance. Есть. Вроде есть. Подожди. Да, есть. Чё надо сделать дальше? Дальше нам надо переключить, точнее выставить нужный режим. Как мы это будем делать? Смотрите, нам же нужно как-то понять, да, что за режим. Нужно. Смотрите, у нас у меню, вот специально для этого добра, я здесь и сделал. Description. Description будет непосредственно у нас содержать, знаете что? А вот это, Диана. Непосредственно вот эти значения. Вот, и мы их сюда передадим. А потом будем извлекать из текущего айтема, на котором мы нажали Enter, да? Будем извлекать этот description, и в зависимости от этого description будем устанавливать нужный режим. Значит, что нам для этого надо? Для этого сразу же, вот не отходя от кассы, game mode, и это у нас что? Это у нас game будет режим. Дальше, вот здесь режим save load, вот здесь режим на так настроек, а вот тут ехит. Да, два режима еще не используется вот здесь, ну потому что под них нету там менюшки, да, там пауза и еще какой-то там. Вот, дальше идем сюда. Теперь что нам надо сделать? Нам надо получить текст, даже не текст, а давайте description. Ну, в питоне, в принципе, можно и не делать сокращения. Вот. Да, в принципе, везде не особо желательно сокращение делать. Но это все уже от привычки, да. В принципе, нам здесь ничего не мешает написать полностью. Description. Так, нам надо взять текущий айтем, на котором мы сейчас, да, а мы его можем узнать очень легко по current index. Вот дальше берем get item data и делаем такой ifчик: если self items self, что-то я одно и то же пишу, current index. А хотя зачем мне этот description? Я прям тут могу и получить вот. Вот так вот. Description равно singletons game mode game. Вот, если равно game, то мы переключаем наш режим в set game. Вот и все. Да, в принципе, мне этот description тут и нафиг не надо. Вроде как да. Вот. Смотрите. Если мы нажали Enter, и у нас description равен этому режиму, который мы выставили, то переключаем в setGame. По аналогии, нам надо проверить для всех остальных. Для каких? Для SaveLoad, для Settings и для Yeheed. То есть, когда мы это сделаем, у нас вот здесь, в главном цикле, что произойдет? Когда мы перейдем в режим game, у нас будет тут pass и тут pass. То есть, соответственно, ничего рисоваться не будет. Но давайте попробуем.
Запустим. Да что такое? Ну почему опять эти проблемы? Так, что-то я где-то пропустил. Self-file-draw. Не понял. Это есть. А, вот файл. Ну и что не так? Что-то я где-то втыканул. Так, сейчас я разберусь и продолжим. А, скорее всего, все верно. Вот я что-то втулил в этот цикл. А надо не в этот. Надо вот так вот сделать. Вот. Ну, наверное, я еще не запускал. Сейчас посмотрим. Наверное. Нет, что-то я еще втыканул. Сорян. Все оказалось все просто. Блин, дисплей же я инициализирую аж потом. А вот здесь уже нам нужны сюрфейсы. Ё-моё, как так-то? Ладно. Так, чё мы хотели? А, мы хотели запустить и нажать где-то Enter. Enter на Ехите не работает, на Settings не работает, тут не работает. Опача, все пропало. Мы типа в игре, но дальше у нас дороги нету. Как вы видите, что я не нажимаю, ничего не срабатывает. Почему? Потому что у нас еще нету самого режима игры, в котором нужно обрабатывать клавиши, те же, к примеру, Escape. Сорян, прервался. Итак, нам нужно здесь аналогичные обработки, да? Я говорил про кнопку Escape, ну как минимум, да, когда мы в режиме Game. Вот. То есть в данном случае мы просто провалились в режим Game, а по факту ивенты, если приходят, они игнорятся, а отрисовка, она тоже игнорится и все такое. Ну, это в следующем уроке. В этом уроке мы добавили обработку, внесли такое понятие, как игровой режим. И от него будем скакать. То есть теперь у нас есть объект одиночка. Вот, и он всегда содержит информацию о текущем режиме. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.